Доброго дня, шановні колеги. Я радий, що ми сьогодні з вами зібралися. Уже другий рік поспіль в цьому залі. І що відрадно, що в нас сьогодні більше, ніж минулий раз. Я думаю, що це позиціонування і це господарство, в якому ми знаходимося, і та компанія, яку я представляю, має інтерес з боку вас. І ми хочемо, щоб наше співробітництво далі розвивалося, наші препарати були найбільш успішними у ваших господарствах, і вони виправдовували ту надію, яку ми на їх даємо, і яку ви, купляючи на них, на ці препарати, також їх позиціонуєте і маєте з цього зиск. Тому що успіх компанії Syngenta насамперед це успіх ваш. Якщо не буде у вас достойного господарства, достойних врожаїв, хороших цін по продажу, ну і компанії Syngenta тоді не буде що робити. Тоді ми не зможемо нормальні продукти вам продавати. Наша з вами головна задача, щоб ці продукти спозиціонувати таким чином, щоб вони дали максимальний ефект для вашого господарства. Я сьогодні буду виступати два рази. Перший раз по виноградарству. У нас, в принципі, по виноградарству менше буде, більше по садівництву. Завтра ще конференція в Одесі по виноградарству, і 15 березня буде в Болграді чисто по виноградарству конференція. Якщо те, що ми сьогодні не доскажемо, тоді можна буде ще послухати. Сьогодні більший упор у нас на садівництво, особливо на кісточкові культури, які домінують у вашому господарстві. Ну і, звичайно, яблуня, груша, то, що дає розвиток ринку, то, що дає конкуренцію грошей. Ну, насамперед, перейдемо до виноградства, тому що часу мало, в нас активно сьогодні досить багато виступаючих, якщо бачимо в програмі, ще додається. Ми маємо з вами виїхати в господарство, подивитися обрізку формування, подивитися, як яблуню, грушу, черешню, ну, куди ми з вами зможемо пройти, куди ми зможемо дістатися. Тому що погода внесла свої корективи. Весь тиждень інтернет показував плюс 7 і сонце, сьогодні бачите, яка погода. Ну, садоводів цим не злякаємо, у нас є бахіли, у нас є плащі, якось підемо. Ну і починаємо по виноградарству. Так, працює у нас це. Я перейду з вашого дозволу на російську мову. У нас презентація построєна на російську мову більше, ну і працюємо по цьому. Ви бачите, всю лінійку є на виноградарстві, яка представляється компанією Syngenta. Очень много препаратов. Я хочу сказати то, що компанія Syngenta може закрити по виноградарству всю позицію. На цьому вопрос ми не ставимо целью. Наша головна задача, щоб ви вибрали ті препарати, які потрібні для вашого господарства і які максимально принесли пользу. Хоча препаратами компанії Syngenta можна поставити і закрити всю процес защиты винограда. В садоводстві, в яблоні, у нас нет всех препаратов, которые можно закрыть. Ну там и больше обработок, там и меньше разнообразия. По виноградусу вся линейка представлена. Ну немножко дальше пойдем. Для того, чтобы построить всю систему защиты, нужно знать, что имеем мы ситуацию в этом году и какая была ситуация в прошлом году. Какая ситуация в прошлом году была? Все помним, да? Что было? Какой год был? Год был милый, правда? Позапрошлый год был годом июня. Что в этом году ожидается? Слава Богу, зима у нас морозов отрицательных, больше 20 градусов практически не было в вашей зоне. Это хорошо. Но вторая проблема возникает. Зима была очень длинная. Морозов было много. Да, не было скачков, перепадов туда-сюда, но о чем это говорит? Прежде всего, длинная зима. Есть понятие такое морозостойкость и зимостойкость. Если понятие морозостойкости в этом году не было такого назначения, потому что минимальные температуры не упускались меньше минус 20, то понятие зимостойкость в этом году присутствует. Зима началась очень рано, еще в ноябре месяце, и еще продолжается, уже закончилась. Она была больше 3 месяцев. О чем это свидетельствует? Расход пластических веществ был очень значительным. Все запасы, которые вызревало, а если вспомнить, что у нас было лето засушливое, осень засушливая, потом пошли дожди, потом пошли морозы, вызревание лозы не во всех было нормальное,
Хотя почка более-менее перезимовала, но мы не знаем, которая следующая будет весна. Главное, чтобы не было возвратных морозов. Для чего я это все говорю? Для того, что мы должны прежде всего подготовить виноградник к сезону. О чем мы начинаем работать? Сейчас главное дать хороший полив там, где нету, и пока, слава богу, вода нет. Ничего дожди ожидается, но вроде бы ожидается с 15 марта резкое потепление. О чем это будет говорить? Воды резко уменьшится, где пошло подмерзание немножко камбия, где пошло расход большой золотистых веществ, винограднику нужно помочь. Нужно помочь, прежде всего, азотным удобрением. А потом дать его нормальное развитие. И видите, фенофаза, которая у нас есть, это начало сокодвижения и усиления, скоро эта фенофаза начнет развиваться. Вот эту часть мы должны дать растению больше классических веществ, потому что за зиму они расходовали очень много. Да, вымерзания пока не было, слава богу. Будем думать, что весна пройдет более-менее нормально. Не будет возвратных холодов, особенно это будет важно для косточковых культур, о чем я во второй части конференции буду говорить. Но этот фактор очень важен. Потом, распускание почек идет, вот эта фаза цветения и рост ягод. Вот эта фаза созревания и вызревания побегом нам менее важна. Нам менее важна сейчас будет вот эта фаза распускания почек и цветения. Если эту фазу мы нормально с вами пройдем и пройдем, дальше более-менее можем найти успех. Что произошло в прошлом году? Мы эти фазы пропустили особенно по милдью. Почему пропустили? Потому что 5-6 лет такого развития милдью не было. И все расслабились. Я понимаю виноградарей, я понимаю садоводов. Цена на продукцию остается низкой, надо как-то экономить. И вот вчера разговаривая с Селецким, говорит, ну, на обрезке я не могу экономить. Это святое. Надо где-то экономить на препаратах, чтобы себестоимость уменьшить. Я с вами согласен. Но здесь нужен второй подход. На чем и где сэкономить? Если мы будем начинать экономить на том процессе, когда идет цветение, до цветения после, мы можем проиграть дальше. В каждом году выстраивается своя система, исходя из предыдущего года, какой есть у нас процент заселения вредителями и болезнями, и что мы дальше можем с этого иметь. Вот у нас будет выступать Людмила Баранец из института Таирова, они постоянный мониторинг проводят, какое развитие постоянно идет года в год, болезни и вредители. Там очень характерная и красивая ситуация. Это нужно учитывать. Что происходит? Болезни с каждым годом развиваются больше и больше. Особенно касается вредителя, который позапрошлому году был очень сильный, в прошлом году достаточно был яркий. Что будет в этом году, посмотрим. Потому что ситуация, она непрогнозируема. Как мы хотели прогнозировать, она не может. Потому что все погодные условия спровоцируют ту или иную болезнь. Исходя из того порога, который имеют. В этом году они перезимали болезни вредителей очень хорошо. Снежный покров нормально был, там нормально болезни все сохранились. На лозе сохранились, вся все уходит, морозов нет, оно будет развиваться. И что мы имеем ясные болезни? Милдью, аидиум, серая глина. Вот эти три болезни я бы назвал основополагающим, которые есть в виноградце. В последние годы черная гниль начинает сильно развиваться, антракноз. И, да, пожалуйста, и если мы проводим в лаборатории резиденты исследования. И вот, казалось бы, нам дают свои образцы на анализ, подозревая одну болезнь. Начинаем рассматривать посев культуры, идем, там три болезни одна на одну идут наслаивать. Что об этом говорит? То, что мы не можем нормально подобрать препарат, который может подавить комплексно все болезни. Мы не можем смешивать много препаратов, потому что это все дорогостоящее. И каждая баковая смесь – это все-таки не лучший выход. Лучший выход – иметь комплексный препарат системного действия именно в те периоды, которые он нужен, которые, я говорю, начало цветения и после цветения. А потом дальше уже дорабатывать другими препаратами. И вредите – листовертка, клещ, трипсы и цикады – то, что в последнее время достают нас. Цикады очень много достают, которые переносят болезни, переносят все остальное.
Ну и система защиты, мы немножко дальше коснемся. Я не буду сейчас останавливаться, мы коснемся да, по минуте черных видео больше внимательно. И первый блок защиты. Первый блок защиты это FOMOPSIX, который в последнее время очень сильно развивается. Где-то лет 10 назад его виноградарей практически забыли. Сейчас он начинает возвращаться. Поэтому есть такая ситуация. И что мы в этот период можем нести? Это рост побегов, цветение, поводные условия, которые будут влиять. У нас есть поражение аидиума. Видите, какое поражение аидиума. Особенно это, в отличие от Европы, когда там только листья аидиум побеждается и плоды. У нас побеждается побег. А что такое побеги побеждается? Это прежде всего невызревание лозы, влияние на зимостойкость и особенно у нас идет остаток на прошлый год. Это очень большая проблема. То, что в Европе такого не наблюдается. Вот у нас приезжает консультант из Европы, наши коллеги, я их спрашиваю, а что вы побеги не смотрите, не учетите? У нас такой проблемы нет, срезалось и все. Но у нас, когда начинается однолетний побег, у них переходит аж на многолетний побег. В этом очень большая проблема. По поражению ягод здесь проще. Не успели, дальше же все. Поедем, если мы не успели защитить ягоду, что мы дальше? Мы его можем только придавить, но мы его уже вылечить не можем. И что происходит тогда? Мы перерабатываем плоды на вино, и качества вина такого нет. Как бы мы ни старались, если мы пропустили ботрикс, если пропустили аидиум, качества вина такого не будет. Цель виноградарства столовая это одно, система, ну вы столовые поврежденные плоды совсем по другой цене продадите, ягоды, розди. Для виноделия вы можете, да, если у себя переработать на, кто-то не заметил, у вас винодел пропустил, вы урожай надули, с болезнью продали, убрали, и получили результат, получили некачественный. То, что мы приходим в супермаркеты, потом начинаются некоторые политики, мы пьем шпуртяк, мы пьем порошковое вино и так далее. Сами себе вредим. Но все начинается с виноградарства. Я понимаю, что у нас 2-3 года назад не было вообще цены на виноград. Но сейчас, слава богу, разрешили благодаря усилиям и Укрвинпрома, и компания Сингента была спонсором двух конференций по вину. И вот эту плохую лицензию 500 тысяч, которая уже больше 10 лет работала, убрали, слава богу, так немножко пойдет процесс. Потому что процесс шел из-за того, что не было маленького винодела, даже Белозерка остановилась. Она посчиталась маленькая, уже не выпускала вино Радсад и другие хозяйства, которые спокойно выпускали наши сорта. Не говоря о Закарпатье и других мелких, только большие. Что такое большие? Собрали всех. Развели, сделали компот, пускали в сеть, она не покупается. Люди раз покупают второй, потому что на деле это продукт местного производства винограда и вина. Тогда будет толк с этого. Тогда будем бороться мы за качество. Тогда мы будем иметь нормальную цену, как у Грузии. Я часто бываю в Грузии. Виноград у них от $0.50 до $3. Закупочная цена винограда. Представляете разницу между нашими и их? И поэтому они нарастили общий вал. Там другие проблемы есть, ну это уже не сегодняшний разговор. Но провести в культ государственной политики и в культ развития местного виноделия, это даст толчок к тому, что я немного затягиваю. По-видимому, видите, у нас поношение идет. Температура, жидкая влага, температура 10-15 градусов, уже развитие идет, видимо. Канидальное споразношение, оптимальное 20-25, 7-8 дней развития. 7-8 дней мы пропустили обработку с вами, и мы имеем этот процесс уже. Исправить ее потом нельзя. Мы его сначала не видим. Потом уже видим под микроскопом подушечки, мучистый налет такой, тогда уже поздно. Тогда уже лечим, эффекта такого уже потом не будет. И основные ошибки. Большие интервалы между приступами. Что сказалось на два предыдущих года. Большие, и это повторили садоводы в прошлом году. Начали работать контактными препаратами. Я сегодня с одним садоводом разговариваю. Говорю, пропускаем паршивного. Какие интервалы обработки? 2 недели. Ну как 2 недели можно работать против паршив в такой период?
когда идут дожди каждый день, что там может остаться. Поэтому это тоже касается виноградарства. Делать 2-3 недели, мы тогда ничего не можем сделать. Да, если есть благоприятные погодные условия, нормальная температура стоит, нет влажности, можно немножко затянуть, там можно сэкономить. Но когда идут дожди, есть парниковый эффект, экономить не надо. Потому что зачем тогда что-то делать, второй раз опрыскивать, когда оно все повредилось? Вы просто выкинули деньги на ветер, и все, на этом все закончилось у вас. И схема. Видите, по-видимому. Начинаем с UVG. Сера обязательно нужна. Медь нужна для милдию, то, что мы будем говорить. Сера нужна для лилию. Это первый изначальный подавляющий фактор развития, дальнейшего развития лилии. То, что мы их клеща здесь немножко уберем, это уже другая проблема. Но сера нужна. Далее идет топаз. Вы прекрасный препарат это знаете, он давно на рынке незаменим. Цена, качество очень благоприятная, можно с ним работать. И квадрис. Перед цветением и перед цветением поработайте квадрисом. Это системный препарат, один из лучших системных препаратов. Он у нас поработает и милдию немножко затронет, и фомопси затронет, и по серой гнили ударит. Ну и самое главное, я удостоверился, что он работает против аидума. И далее новый препарат Динали. Немножко с вами поговорим. Это новый препарат Динали, который чисто специализируется на аидиуме и на фомопсисе. Но самая главная задача – подавить аидиум. Вот этот препарат позапрошлом году, он вышел 2 года назад, и знаете, как аидиум не было, вяло текущий. Потом, когда пошло сильное развитие аидиума, ничего так не сработало, как сработал Динали. Ну а потом дальше уже топаз, квадрис, Динали еще раз работали, тивичем же там сработали, и у вас система закрыта. Это я... Вся система построена по максимуму. Не обязательно здесь все использовать и все количество, потому что это будет дорого. Но если есть предпосылки, вот такую систему ставим. Особенно мы ставим систему до Динали, вот и Динали. Топаз, квадрис, Динали, тивичем. Вот это 4 продукта, если вы используете, дальше уже проблем таких не будет уже у вас. До 10 июня, если вы нормально защитили, прошли, проблем дальше спокойно можно разобраться. Далее можно взять и дешевый препарат, и время обработки увеличить, интервалы, или другие какие-то факты, которые может быть. Но вот этот период, самый ответственный, начало цветения и после цветения ягода горошина, вы должны защитить. Дальше проблем таких не будет. По милдию. Прошлый год. Почему милдию? Мы пропустили. Ну, первый это период обработки. Я не буду рассказывать о болезни, источнике. Вы здесь на слайде есть. У нас еще Людмила Алексеевна немножко расскажет об этом. Поэтому немножко переходит дальше. Видите, продолжительность инструкционного периода под условием. Май. 12-15 июнь. 5-8 дней. Июль, август. Что было в прошлом году? У нас конец мая, начало июня. Все пропустили. Потом уже, когда кинулись, вот такое белое пятно пошло уже. Тогда уже начинали работать. Да, у нас там препарат появился новый, который немного спас ситуацию. Здесь по милдию немножко проще. Ее можно придавить, засушить и дальше идти. Что мы не можем сделать по видиму? Если мы пропустили видиму, ягоды уже по сути непригодные. Вы можете выправить уже. Вы просто немножко залечите, чтобы дальше не развивалось. Но так не можете. По милдию немножко ситуация попроще, и здесь проще в этом году. Видите, благоприятные условия, как не развивается. В течение 2 суток быстро покрывается белым налетом, и все. Идеальные партнеры. Ретомил, Паркадо. Немножко мы поставим, чтобы делать. Поражение ягод. Видите, как это идет. 20-40 уже пошло. Ягода горошина. И далее проблем уже будут большие. И кисти уже остаются. Здесь главное не путать еще с фомопсисом. Основные ошибки. С опозданием с первым приступом. Системных препаратов. Болезнь уже присутствует, но симптомов еще нет. Трудно выявить милдию, что было в прошлом году, когда уже началось заражение. Когда уже увидели, тогда уже поздно уже пошло. Поэтому любое включение, а мы знаем, что прошлый год был очень сильный, зима у нас была приятная, поэтому все осталось. Чуть-чуть погодные условия, которые будут препятствовать, все будет развиваться по-новому. Любое живое существо, которое является бактерией, грибы, они хотят дать потомство.